Новый ресторан. Видите, Мичан кофе закрылся. Забор его просто обклеили. Отели все закрыты. Но зато сияет ресторан. Жареное мясо, да ладно. Кто его посещает, не знаю. Кто нашел деньги на открытие, тоже не знаю. Но видите, одно открывается, другое закрывается. Ну, ресторан отгрохан на первой линии такой. Серьезный. Там даже люди сидят, обалдеть. Да, вот так. Ну, а в общем и в целом, вон они, темные отели. Дендра, можете посмотреть. Ни одного жильца там нет. В принципе, как и в остальных отелях рядом. Ну, а вот жареное мясо Далат заработало.